Введи мой промокод LEGO и покупай игры со скидками на g2a.com. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами LEGO, и мы продолжаем играть в Рустецкий. Ох, хорошее у меня настроение сегодня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот так вот нельзя делать. Что есть интересного в нашем Рустецком? В Рустецком в прошлой серии я вам показал, на что вообще способен клан Нерв. Мы сейчас будем потихонечку... Опа-на. Мы будем потихонечку развиваться, стараться валить какие-то кланы. Здорово, мужик! Мужик, ну что ж ты? Ну-ка, они сейчас будут меня валить, пока я буду плыть? Ой-ой-ой, это что за... Это что за подлагончики? Так, подожди. Надо вписать разок. Вот этому парню. И все, он, по-моему, упал. И тот его пошел поднимать. Нужно будет доплыть. А что вообще интересного? Интересного то, что у нас уже 100 тысяч на канале. Раст будет продолжаться снимать Hard World. А вы еще спрашивали, какие же будут вообще новинки. А, ну, вообще, в принципе, я стараюсь записывать все новинки игр. Самое главное, чтобы вы меня поддерживали. Вот в этом вся соль. То есть, если вы ставите лайки, то очень сильно становится приятно за это. И просто хочется снимать как бы солянку. Опа-на. Различные игры хочется снимать. Подожди, это откуда дробаш? Что-то я не понял. Ой-ой-ой, вот он, пацан. Вот он, пацан был с дробовиком. Откуда они вообще здесь появились? Что вообще происходит? А у него не дробаш, а пайсунки, наверное, да? Куда он опять спрятался? В этот дебильный кустарник. И сейчас спрячется от меня, что ли? Выходи! Выходи. Где ты? Я слышал, где-то топает. Слышу ведь. Ну, а где, не вижу. Вот он. Он хотел улететь, но у него не вышло. Где он? Где-то вот здесь вот. Подожди, куда ты спрятался, парень? Парень кустарный. Странно, я его не вижу теперь. Может быть, он куда... Опа-на. Ты зачем убил моего пацана? Моего гремлина, который носит мне подарки. Вот он с него сейчас налутает все. Посмотрит, что есть. Я его пока буду защищать. Так, что у нас по патронам? 149. Патронов предостаточно будет. Сегодня пока никакого нету рейда. Мы готовимся... Опа-на. Готовимся, в общем-то... рейду. Набираем ракеты. Есть около 70 ракет минимум. И сегодня вечером уже двинем на кого-то. Конечно же, хочется рейдить какие-то нормальные кланы. Но не знаю, получится или нет. Просто в чем фишка? Надеюсь, что сервер вообще одумается и поменяет, как бы сделает сетхом только один. А, это бомжик. Ладно, бомжики неинтересные. У этого что, копье? Пошли со мной, копьеносец! Вот и все. Вот и все, что хотел сказать. Графику, конечно же, я немного поднял. Теперь очень классно стало снимать все это дело. Неужели Гарик додумался, что можно поднять FPS? Блин, я очень так сильно рад, когда они начинают заниматься игрой. Сразу как-то становится интересно. А вот мой гремлин обкидывает меня копьем. Снимаю... Буду иногда снимать в соло побегушки обычные. Буду иногда вот так вот делать тоже. Но это редко, конечно, получается у меня. Это что такое? Откуда лук? Подожди, ты свой? Ты, по-моему, был свой. Ладно, идем дальше. Вообще, раз превратился в какую игру? Сейчас интереснее, мне кажется, по клановым войнам воевать. В соло выживать что? Что ты можешь выживать в соло? В соло, потому что это ведь социальная игрушка. И здесь, то есть надо как-то толпами, что ли, развиваться, чтобы было интереснее и фармить тоже. Ой-ой-ой, парень его просто завалил с лука. А в чем прикол? То есть, ну, нужно же доминировать, по идее. А доминировать каким способом можно? В соло ты никогда не сможешь доминировать. Ну, пускай ты убил минус один. Пускай ты сделал минус два. Потом пускай ты сделал минус три. Даже все топовые игроки Рустера, там типа как Бхилзы зарубежные, они всегда играют в команде. Я вот у него видел 5 человек всегда.
То есть он неплохой имер, другие ребята там тоже строители, они вот играют. Потому что это фаново, то есть ты с людьми как-то контактируешь, ты находишь таких же вражин себе, которые тоже так же контактируют, и там уже вы выходите один на один, и уже будет решать ваш скилл, то есть либо вы его, либо они вас. Опа-на. Все, он куда-то... Мы сейчас рейдить пойдем. Кого? Пойдешь с нами? Да, пойду, а кого пойдете рейдить? На синтексе, ТП-шься на синтексе. Они уже, в смысле, возле дома стоят? Вот о чем я и говорил, началось. Да, сейчас кирками ломать сначала будет, потом взрывать. Но ты этот, скажи мне, когда ТП-шнутся, когда этот будет, как его? Когда добьете? Я просто здесь иду. А, ничего ты, козел. Все, я тебя не позову. Ну и ладно. Тогда не появишься в ролике. Эй, хватит стрелять по мне. Не знаю, куда они там кого собрались рейдить. Обычно вроде вечером рейдим и толпой, но что-то, значит, прижало у них яйки, и они кого-то хотят завалить. Не знаю, идем дальше. Что еще вообще? Вот сделали бы велосипед какой-то. Обещал же Гарик сделать велосипед. Почему бы не сделать велосипедик? А почему бы не сделать какие-нибудь санки? Это что такое? Какие-нибудь санки зимние с Дедом Морозом? Какая-то война, перестрелка идет. Это вообще про кого? Кто это здесь вообще стреляет? Ну-ка. Кто здесь стреляет? Подожди, мне надо, если что, вот так вот сделать. Если что, на хом улететь. Подожди, это лучники, что ли, какие-то? А я-то думал, здесь с пегалем кто-то будет. А я-то думал, кто-то будет с пегалем решать вопрос. Куда ты убегаешь-то, парень? Лучник, парень. Кто-то же здесь с пешкой стрелял. Не из дома, случайно? Надеюсь, не из дома. А этот парень куда втопил? Вот он. Эх, не попал, но практически уже мог попасть. Зачем ты по мне-то стреляешь? Иннокентий. Опа-на, вижу бомжа какого-то. Тут ко мне никто ничего не пристает. Вроде все нормально. Смотрим, опа-на, вижу. Вижу копьеносцев. Вижу копьеносцев. Ты что там выбрасывает топоры, что ли? А, он уже все, ты пешнулся. Сейчас меня бомжи здесь заколдуют, и все, и хана будет. О, я его видел. А он меня видел, интересно? Они меня что, с луками хотят обойти? Эй, уродцы! Не надо меня долбить здесь луками. Ну вот этот парень вроде сразу ушел. А этот что, с пайпухи? Этот с копья куда-то побежал. Но что-то не добежал. Надо будет посмотреть на следующий рейд. То есть, что они там вообще готовят. Сделать накрутку экрана. Потому что уже ничего не видно. Иногда забываю, конечно, с накруткой. Это вот очень обидно, когда я забываю. Калибровочка наша. А пока я просто хочу побегать, посмотреть, где сколько построек, кто построил, чтобы кого-то выбрать уже и наказать его яйца. Так. Что мы делаем? Мы замутили накруточку, идем дальше. Тут, по-моему, таких сильных домиков нету. Здесь бомжи дома. Что у меня по патронам? 123 уже. Не так-то и много, это очень жалко. Ну ладно, идем дальше. Дом какой-то. Тут что-то как-то неспокойно, что ли. Какие-то вообще бомж дома. Трупаки лежат, по которым я стрелял. Подожди, а он же, у него что-нибудь было? Он вообще пустой? Или его долутали уже так? Интересно очень. Дом еще. Какой-то построенный из крыш. Опа-на. В доме кто-то есть. Ты выйдешь из дома? Или он полез на крышу? Он, скорее всего, наверное, на крышу двинул. Ладно, мы дальше пойдем. В сторону аэропорта какого-нибудь.
Во-во-во-во-во-во. Здесь у него какие-то блоки. Чувак хедшот сразу получает. Жалко, он не умирает. Ну как вот с калаша, вот тоже не понимаю этого. Калашников, да? 5,56 миллиметров. Расстояние, ну пускай 20-30 метров. Стреляешь в голову. Металлическое масло. Маска металлическая. Слой пускай там будет, я не знаю, 5 сантиметров, да, максимум. И что? Она может спасти от удара пули, что ли? Не знаю, не уверен. Если что, вы предлагаете даже игры, в какие можно поиграть, какие поснимать. Но так я, как я понял, что прохождение, когда я заливаю, вы как-то неохотно их смотрите. Поэтому я думаю, больше буду на мультиплеерных играх специализироваться. Кто-то здесь плачет. Кто-то здесь плачет. Ой-ой-ой. У него ничего нету, кстати. Это было очень обидно. Опять какой-то непонятный домик. Домик, но не сладкий. Подожди, его рейдили, что ли? Подожди, там кто-то есть? Парень, ты дома? Парниша, ты дома? Парниша, печка горит. Ладно, не будем его трогать. Потом неинтересно будет рейдить. Лучше будем давать... А, тут все равно у него все закрыто. Лучше давать ребятам время развития, а потом они уже станут крутыми, и можно уже будет потягаться. Потому что так будет интереснее. Мне кажется, интереснее замесы мощные. Сколько я бегаю, еще никого не нашел с пушками. Это очень обидно. Я даже никаких ресов не нашел. Вот всякие бегают чуваки с огоньками и вообще не парятся. Ну вот что это вот такое? Ой, не попал. Он такой сразу оп, выключил. Такой выключил и вкусил. И все. И его жизнь закончилась. Ладно, пойдем сейчас на завод. Может, на заводе кого встретим? Ну что кричишь-то там? Вот по дороге идти не самое интересное. У нас, кстати, есть два пулемета уже. Подсаки выбили, пока я вчера снимал влог. Опа-на, вертолет. С вертолета тоже интересно. Пулемет, считай, падает и разный лут. То есть игра, в принципе, может себя завлечь, но на данный момент, если вы уже давно играете в Rust, ничего нового уже пока, ну, нету. То есть нужно, мне кажется, что-то ввести в такой, ну, в геймплей, что ли, я не знаю. Какой-то, может, челлендж, вот, ну, какой-то вот такой немножко маленький смысл. Понятное дело, что мы сейчас... Что такое? Откидывать начал назад. Понятное дело, что мы сейчас хотим делать смысл на большие ставки, на большие рейды, на большие ресурсы. Потому что бегать в соло, бегать там что-то с луками, ну как-то что-то как-то неинтересно, мне кажется. Ну бегаешь ты с луком, ну убил ты там двоих, троих, взял ты у них ресурсы. Что самое интересное, завтра пришел, у тебя дома нету. Вот это реально, и вот это реальный факт. Пришел, завтра дома нет. А когда ты... Уже в коалиции какой-то, да, уже, ну, с толпами людишек, которые тоже понимают и думают головой, что они не хотят просрать свой дом. И они строят один общий дом, один громадный свой дом. И им же также хочется взорвать такой же один здоровый дом. И в этом, мне кажется, вся соль. То есть нафармить и попробовать забрать. Либо, наоборот, проиграть. Ну, как-то так. Так, мы на заводе на большом. Опа-на. Здесь точно кто-то есть. А, где кто есть, я примерно слышал. Пайпа, скорее всего, или шотган. Как минимум. Опа-на. А вот это плохо. Не свети в меня, не свети. Поход дела, здесь вертолет с кем-то разбирается или нет. Но он здесь не попадет. Здесь можно вот так вот залезть под этот купол. И вам ни хрена ничего не будет. Можно здесь постоять. Вот, вот он полетел. Мы сейчас за ним пойдем. Если вертель улет... Ни хрена себе. Ни хрена себе, чувак уснул. Главное, чтоб меня не сбрили сейчас. Так. Забираем медикаменты, патрики. Револьвер у пацана даже был. Ничего себе. Патроны взял? Даже где патроны-то? Патроны взял. У него еще был револьвер. Пацан с револьвера бродил и думал, что все нормально будет. Всякую херню подучил. Ну и пойдем дальше. Если вертолет втопил туда, значит там где-то разборки. Надо главное по сторонам смотреть, чтобы по мне никто не попал.
то больно будет. Как-то он очень быстро улетел. Это что у нас? Это коробка. Коробка с едой? Давай посмотрим. И у нас в этой коробке куча еды, которую мы возьмем себе для регенчика ХПшечки. И двинем дальше. Вертолет где-то слышу рядом. Давай, дай залп. Дай залп хотя бы один. Чтобы можно было понять, что ты не один. Если он сейчас развернется и меня найдет, и еще подсветит своим дебильным фонарем. Вот это будет печально. Это будет очень печально. Чё? Я слышу эти звуки. Ну-ка, сейчас спросим. Вертолет рейдит дом. Можем помочь, если хотите. Может быть, откликнутся ребятишки на меня? Ждем ответа от нашей банды. Подожди, это что такое? Тихо. А чего он так снизился? Главное, чтобы он не упал. Так. А взрывать-то когда они будут? Блин, надо тоже пойти на дом, который они рейдить хотят. Сейчас хочу быстренько посмотреть. Так, кто... Кто примет ТП? По кому он там наяривает? Здесь куча печек, смотрите. Вот здесь вот можно вот этот дом разобрать. Ой-ой-ой, здесь вообще валилово. Я хочу посмотреть, кого он херачит. Быстрее надо дойти, убрать... засветку. Оп, может, что будет. Быстрее, мать его. Поехали. Тихо, это что за армированный дом? Так, на свифта надо ТП сделать. Хера он, чего? Это турельки? Охереть. Они богатые ли дом для турелек такого количества на крыше? Или это считается нормальным? Так. Так. Быстрее надо сбросить. Все, я сбросил яркость везде. Так, ладно, я, наверное, на свифт и полечу. Да. ТПР, свифт. Отлично. Отлично. Что здесь будет-то? Я хотел, конечно, Ну-ка, принимай ТП. Блин, сейчас вертолет упадет. Сейчас верт упадет. Гоу на меня, быстрее. Что тут творится-то, ё-моё? Все, сейчас падает вертолет. Я что-то даже это паник немного, охереваю, что происходит. Вот он кумарит. Деда пришел в игру. Все, сбрили его. Подожди, медведь, ты меня не будешь трогать? Нет. На меня мы рейдим. Так. ТПР Длиант. Так. ТПР Длиант Вурд. Охеретник. Нормально вроде все. Блин, он прям к ним на дом упал. Вот это подстава. А, дай, ТПР. ТПР дай. У вас уже запрос на рассмотрение. ТПР дай А. Все, закинул. Закинул ТПР-ку, он принял, все, мы улетаем нахрен отсюда. Потому что тут вообще делать нечего. Он прямо на это упал. Охренеть. Как такое вообще может быть? Он им прям упал на дом. Чуваки сбили вертолет прямо себе на крышу дома. Это ни хрена не круто. Они, говорит, уже стреляют с базук. Да-да-да. Да-да-да. Кирку мне, кирку, братаны. Дайте кирку, я вам помогу.
Взрывают они уже, да-да-да. Мне кто-то... Обманщики! Обманщики! Я там, короче, это снимаю, хожу, вертолет там сбивают. Думаю, сейчас попаду на экшен, типа они взрывают, думаю, все круто. Они да-да-да. А тут одна слой, один слой, надеюсь, стены или два? Нет, там три слоя. Четыре, Лего, мы тебя как-то сказали, там и цок. Четыре? Блин, ну вы такие добрые. Я вас люблю. Спасибо. С каждому по подарку, у меня же 100к все-таки. Где поздравления, я не понял. Алло, поздравляшки! Ты из-за нас так раскрутился. Я даже еще ни одного ролика с вами не скинул. Ого, вот это дом. Скинул, дофига. Неправда, не ври мне. Дайте базуку. КФ, сюда. Шмандерляй. Шмандерляй. Да дай мне две базуки, вдвоем стрелять будем, или ты одну взял? Ну ты же дурак. Тогда лут я буду смотреть. Давай заряжай. Поговорим. Вот такая вот толпа. Кстати, нужно еще понять, как будем вообще делать. Их будем в TeamSpeak закидывать или чуть-чуть кого-то. Ну ты и стрелок. Бом-бом-бом. Бом-бом-бом, стрелок, бом-бом. Как будто в хэд попало. Сколько у нее хп? 71 хп. У той стенки 71 хп. Поэтому что-то не варик. Ладно, пофигу. Дальше, короче, бахую, дальше бахую. Давай, ты сможешь. Опять стрелу, какой-то даун насадил мне. Ты можешь не стрелять с лука, или ты вообще кончен? Ты заколебал уже стрелять с лука в голову. Он все равно попал по мне. Ну-ка, что тут будет? Вот и дом в доме. Дом в доме. А чё, там типа будет шкафчик, да? Там, думаешь, будет шкафчик? Ну что, пли давай, даже никто не придет, что ли, к нам? На защиту. Выйдите, пожалуйста, гаражки. Так, он пошел поверху, но нормально, и вверх высыпется, и... Он помощник просто, 2000. Они разрывные. Он Battlefield переиграл, там же патч вышел, типа... Есть ачивку добираешь, и тебе дают этот лук, который разрывными стрелами стреляет. Вот он здесь. Вот, что-то посыпалось. Что-то посыпалось, пацаны. Говно всякое посыпалось. Добирай. Дайте посмотреть лут какой-нибудь. Пока говнецо. Нет никакого лута. Да, это все. Это все говно. Ой, 34 осталось хп. Давай ремувнем этот домик. Ласт ракета. И тут пусто. И не... А, все, ящик ставить. Ящик ставить можно. Ящик. Билдинг зоны нету. Билдинг привели. В центр зайди, там не было. Вот, в центре нету. Смотри, в центре ящик ставишь. И все. О, Лего, привет! Лего, привет! А где они? А где эти парни? Подожди, у меня есть ящик? Нет, у меня нету на ящик. И все пошли искать какого-то бедолагу. Компьютер нужен? Компьютер вам нужен? Чё, ни у кого дерева-то еще нет?
Да, нам дерево добыть надо. Да, да, добыть дерево и камень. Слышишь? Можете, плиз, скинуть топоры и кирки? Я пойду добывать. Все, поперло. Подожди, тут только по центру можно будет, да, ремонуть? Или... Ой, что-то откидывает. Что откидывает-то так? И чего строительство запрещено? Что за бред? Разрешить постройку? Разрешить постройку. А, ну вот. Короче, можно центр только ремонуть. Вот такие пироги. Закрывай всех их, закрывай. Подожди, а он хочет еще построиться? А дальше куда? А дальше куда? Опаньки. Опаньки. Подожди, а что делать-то тут? Куда смысла нет идти? Куда он пошел? Вот сюда. В окно-то мы все равно не заберемся в любом случае. Ну ладно. Э, ты нас забыл. Строил. Взял, нас забыл. Ой. Уэлл! А только здесь делать-то нечего. Только ремувать, если... О, пацик спит. Пацик спит. Ремувать можно с крыши, начиная. Тут вся стройка разрешена. Сколько там секунд осталось? 200, 100? 150. Хорош. Такой бред вообще. Такое ощущение, что я где-то в деревне у бабушки. Где-то... Чё надо? Общага. Уйди отсюда. Чё надо? Они спят вот выше этажом. Да-да-да-да-да, мы видели. Не спят? Чё надо? Ты кто такой? Синтекс зайти не может. Не пускай Синтекса, он не наш. Да, по-моему, вот для них... Уйди, или бан получишь! Ой, жесть, у нас, короче, банда неадекватов, которая просто всех убивает. Чё говоришь? 100 рублей или в клан? Клан. Клан Капкан. Ты хочешь сказать, у них лут везде на крыше, что ли? Пацаны. Вот Ланс говорит, да. Головой, да. Смотри, чёрт, как мотает. Просто с болтом. Он говорит, да. Он говорит, да. Да. Сколько еще до... Лансер, сколько у тебя сенсивити? Короче, очень много. Там на улице два одетых чувака бегут. Гости. Там гости. Гости? Так, вот. О, гости. Они еще одеты. Вы куда, братишки? Атак, на возьми, атак, и так, сюда, атак, вот, давай, на возьми гол. Они что-то, да, попутали. Они дорогой попутали. Они хотят сюда зайти вдвоем и нас убить? Что, возьми патрон. По-моему, это нереально. Для болта возьми. Не, спасибо. На тебе крутую пушку, атак, атак, это твоя любимая, забирай. Вот. Да ну на! Ты будешь как Counter-Strike с револьвером. Ты должен ваншотить всех. Да, с револьвером, которого я стрелять не умею. Ваншоть с него, он ваншотит. Ванчер, отойди. Э, меня-то подождите, дайте посмотреть, что там. Тут. Пацаны, дайте посмотреть. Пацаны, дайте лут посмотреть. Не берем, не берем, пускай смотрит. Пускай смотрит. Показывает. Базука даже есть. Кто-то там вон залип в ящики и не дает. Посмотри. Вижу. Забирай. Я не забрал, я ничего не забираю. 66 МВК. И что, думаешь, это весь лут, что ли? 228 какие-то. Они у меня ник стырили. Это я Кен 228.
О, леденец, надо пососать. Отлично. Будем дом ремувать полностью или нет? Не, не будем. Вот какая прикольная у меня накидочка. Такой, ать-ать, новогодний праздник. Думаешь, не будем внизу? Ну ладно. Что там вообще происходит? А я не взял, там оставил наверху. Скиньте патрон. Что там происходит вообще? Скиньте патроны, пацаны. Ты скинь патроны. О, там эти пришли. Нету. Даунтауны. У меня нет да, патронов. Да, на улице, они за стенкой. Че, выходим? Так, все караулим. Это свой. Короче, дом оккупировали. Оккупанты херово. А где они? Подожди, я что-то их даже не вижу. Зарыли дом, спокойно так зашли. Серия начиналась вообще не про рейд, я никого не хотел рейдить. Так, я пойду своим пацанам помогу. Оп, оп, оп. Пацаны, быстрого реагирования, погнали, кто со мной? Пойдем по периметру прочешем. Где они были-то? Что-то они, по-моему, ушли. Нет, дальше я не пойду. Смысла нету дальше идти. Вход закрыт. Они хотя могли меня уже за камнем 100 раз, 1580 раз они убить. Да, по-моему, никого нету. Я уже там пробежался. Правда, не до конца. Там дальше я, дальше я очканул пойти. Они дальше, говоришь? Не, вот там дальше были, вот, видишь, что. Смотри, вон жопа чья-то. Сейчас посмотрим. Ну, короче, был дом. И нету дома. Вот так вот решил вот пробегаться и посмотреть местность. А что, у него есть что-нибудь? Или его облутали уже? Справа, справа от реки бежит человек. Так их двое здесь. Ты оденешься, да? Да-да, сейчас вернусь. А я поем пока, сосульки. Во, вот такие мне штаны надо. Теперь я вообще как Спайдермен. Чё, справа, говоришь, от реки? Бедолаг каких-то здесь завалили. Да-да-да, там. Ну чё, есть еще дома? Домой валим, на хом? Поход дело на хом. Просто анархия в клане. Где, чё, как, кто, кого, чего. Все просто, о, бам-бам. Опа-на. На горе чувак. На горе чувак какой-то. Свой, наверное. Это свой. Это Сунтекс. Это Сунтекс. Ты че, Алеша? Да вы думали, ты не свой. Видишь, и по все тебе стреляют. Че ты там посмотрел? Ракету, ракету давай. Возьмите, ракету. Давай, давай. Ракету. Откуда ты ракету ты нашел? Откуда ты взял? Чувака, ракету. Синтекс, ты хочешь кого-то дальше бахнуть? Синтекс, я знаю кого. Он, наверное, не слышит уже меня. Олежа, там 4 человека с пулеметом 240-м. Где? Куда ты меня тпшил? Вот там, куда да, ты... там, да, там, жё, там, там какие-то жесткие. Они, жёсткие. Они на ТП улетят, и все. И все. А там пулеметчик, сидите, и нормально лут будет. Знаю дом, где два пулемета. Обалденно просто. Вот это подарки. Эй, ты чего такой злой? Это ты что ли сделал? Ну да, кто еще? Так, что тут еще будет-то? Подожди, это что, дом в скале? Дом в скале, выходи! Я пришел тебя бахать. Интересно, услышит кто-нибудь, нет? Кстати, там есть человек. А, нет, сзади. Интересный домик такой. А его же зарейдили. Почему? Где нет? А, не-не-не, тут... Лол. Тут все по фэншую.
А лут в подвале. Алло, лут, открывай! Опа-на. Это череп. Свой. Тап-тап-тарап-тап-таум. Ты про этот дом, что ли, говорил? Про пещерных людей? Люди, которые живут в пещере? Нет, мы сейчас не будем их рыть. Пошли. Давай. Я знаю, где дом, вот. Я знаю, где дом, где два пулеметчика наяривают. Где они вертолет себе прям сшибли. Или не потянем их? А, погнали. Кстати, погнали? Я даже знаю. Погнали за мной. Они... Чё? Они в сети, они в патроны, сети. Патроны, патроны есть у кого? 56 патроны банты есть? Вообще. Пошли вон тот дом, посмотрим, подожди. Давай, давай. Дом на воде. Короче, короче, я так понял, завтра уже на сервере никто играть не будет. Почему так? Потому что всех зарейдим. Ты куда пошел обратно-то? А через эту. Подожди, там этот. Мы говорят, пещеру можно зарейдить. Ну давай, давай. В пещере всяко кто-то есть, потому что она закрытая полностью. Чё, и карьер работает? Это где карьер работает? Тех пацанов, считай, зарейдили за сколько? За 8, за 8 ракет. Очень выгодно на самом деле. Идем дальше. Идем дальше всех взрывать, мафака! Опа-на! Стен. Ну там из-за стенки еще будет этот бред. Подожди, а если... Ты где? А если сверху как-то или вот сюда вот? Подожди, у них бетон. Да тут там, по-моему, ну давай сюда встань. Сейчас. Не получается. Вот смотри, вот сюда вот так. Чё сюда? Вот, во-во-во, ща-ща-ща. Подсадочку, перед человечком. Сейчас, подожди. Там, короче, сейчас. Сейчас. Чуть правее прыгай. Где? Какого еще нахрен дома? А, вон он. Да, конечно, голые. А нет. Свифт с этими летит, с рокетами. Ты с рокетами? Нет, он не с рокетами. Нет. Опа, на. Попал по одному. Они в шоке уже убегают в обратку. Они такие, что делать? Подожди, а кто из них кто-то? Ну все, их просто зажали. Просто зажали со всех сторон. Зажали. Вот и все. Блин, у него помпа. Вот это классно. Хочу эту пушку себе. Дайте калаши, калаши. Там броня, которая у нас дохерища. Во, вот это классная штука. С красными патриками еще. Что говоришь? А чё они приходят? Они калаш думают, что они реальные пацаны? Но да, у них что-то, по-моему, здесь ничего не выходит. Ладно, ребят, что-то я уже заговорился. Если мы начнем сейчас следующий рейд... Короче, туда лутайте, оттуда. Во-во-во, откуда? Лутайте его. Вот, стреляй. Сейчас последний файт замутим и будем прощаться до следующего рейда. Еще трое. Погнали, погнали! Пацаны, не робей! Просто не робей. Просто беги в атаку, как мужик. Так, один на скалу куда-то ушел, да? Эй, отбрасывай, так нечестно. Слышу, по скалам топают. Ого.
Что-то я, как Алёша, не попал никуда. Быстрее надо перезарядиться. Куда ты, бро? Опять откидывает. Что за дела? Не откидывай. О, вижу его. Убегает. Там еще какой-то олень. Они вообще в шоке. Прибежали на выстрелы и теперь чешут. Где он? Не вижу его. Здесь, что ли? Опа, она кому-то в хэд сандалил. Я в хэд, а вот он здесь, пацаны! Просто спать. Это мне повезло, конечно. В кусты пристрелил, в затылок попал, выбегает и как давай бросить. Да, это было жестко, конечно. Все-таки я его догнал, но я его мог в спину убить, но не убил. Растерялся. Ну что, ребят, не забываем ставить лайкосы. Лайкосы, ребят, лайкосы. А, мы сейчас попробуем найти какой-нибудь дом и опять пойти рейдить. У нас рейды будут такие, кирка ракетные, потому что мы все равно рейдим-то их, различные кланы рейдим для того, чтобы побольше ресурсов набрать и уже на главных противников истратить. То есть это получается как подразделение мини-рейдов, а мощные рейды это уже будут на мощные кланы. Но они все равно будут улетать. ТПшится, поэтому я не знаю, будем мы с них собирать лут или нет. Время покажет. С вами был Лего. Не забываем подписываться на канал. Мы стали еще круче, мощнее и выше. Всем пока-пока.